Всем привет, дорогие зрители, с вами Агасси, сегодня я тоже без шляпы, канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции, а именно квартиры в Alanya. Я нашел в этом проекте двухкомнатную обставленную квартиру, квартирка под ключ, вот с такой инфраструктурой. Здесь у нас беседка в той стороне, зона барбекю, открытый просторный бассейн, тут маленький детский бассейн, 4-5 ребенка может туда вместиться. Не знаю, зачем они так его маленьким сделали. Понятно. Здесь детская игровая площадка. Расстояние от моего места до Средиземного моря, до воды 485 метров. Отмерял по карте Google. Здесь душевая часть. Ухоженный маленький сад. Сейчас посмотрим в этой стороне, что у нас. Да, вход оттуда в проект. Есть открытая парковка. Айдат у этого проекта 170 лир. Здесь у нас фитнес. Зал такой. Теннисный стол. Проекту 6 лет. Здесь у нас сауна. Вместимость где-то 6-7 человек. Здесь хамам турецкий. Ну, не функционирует из-за пандемии. Здесь душевые кабинки, санузлы. И вроде все. Так, это был нижний этаж. Присутствует два лифта. Давайте я этот вызову. Вот вызвал. Вот такой лифт. Вместимо 6 человек. Поднимаемся мы на верхний этаж проекта. Поднялись мы на этаж, вот наша квартира, на этаже 5, нет, на этаже 4 квартир, вот такая лестничная площадка, здесь пожарная лестница у нас, так, откроем двери. Вот такая квартирка. Маленькая прихожая, стоит шкафчик. Кого интересует недвижимость в Алании, обращайтесь по любым бюджетам. Найдем то, что вам нужно. Так, начну я с санузла. Вот такой санузел просторный, стиральная машинка фирмы Altus. Душевая кабинка тоже не маленькая. Здесь у нас спальная квартира в розовых оттенках. Здесь 68 квадратных метров, это брутто, жилая площадь 55-57 квадратных метров. Спальня просторная, ламинат уже установлен, как вы видели, в прихожей и в салоне, в гостиной такая керамика. Вот такое освещение тут, LED-освещение сверху. Цветовая оценка здесь, бордовый цвет с розовым. Бытовая техника фирмы Altus. Вот такая уютная гостиная, совмещенная с кухней. Стол передвигается и он раскладывается. Покажу. Вот. Так, поправим. Здесь видно окно. Время съемки час дня. Здесь у нас выход на просторный балкон. Шумоизоляция хорошая. Двойные окна. Вот такая балконная мебель тут. Вид с этой квартиры, высокий этаж верхний. Вот. Ну, гор вообще не видно. Вид на соседнее здание. Отсюда немножко море видно. Вот такой просторный балкон. Пойдемте. Спальня, чтобы подвести итог. Дорогие зрители, проект сдан 6 лет тому назад. Расстояние до моря максимум 485 метров.
Есть открытая парковка, которую я не смог вам показать, она с той стороны. Вся инфраструктура уже почти присутствует, кроме крытого бассейна и кинотеатров там. 170 лир айдат. Продается она обставленная, квартира под ключ. Цена этой квартиры 60 тысяч евро, дорогие зрители. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки. Дизлайки не надо ставить. Кого заинтересовала квартира, пишите, звоните по номеру, который указан в описании и также в ролике. WhatsApp, Telegram, Viber. Отвечу на ваши любые вопросы. Все, с вами был мистер Агаси. С вами был Агаси из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.